Привет всем. Я, кстати, хотел сказать, что я играю на компе, и на компе у меня 4 гигабайта оперативки. Разрешение, правда, такое небольшое, но играть вполне себе можно. К тому, что в требованиях пишут 6 минимальные, а я играю на 4. Ха-ха-ха. Ну, 4 гига оперативки, ну, видеокарта, правда, 2-гиговая, но она все равно слабенькая. То есть она хоть и 2-гиговая, но частота. Частота слабоватенькая совсем. Ну, прет. FPS так, до 20, до 40 где-то. Нормально, пойдет. Так, ладно. Главное сейчас... Ну вот чё, вот как... Ну нет, Харкин, ну почему ты такой... Ну почему ты такой кретинок кусок, скажи мне? Я же хотел всего лишь прицелиться и прыгнуть, а ты упал. А, или тут скос специально сделали для таких балбесов, как я. Раньше хотя бы я мог сказать «Бандай Намце». Так, грифон, осколок с очком, заклинание, источник, осколок с очком. Окей. Раньше хоть я на Бандай Намцев все мог свалить, а сейчас на кого валить? Неизвестно. Так, там вот этот крендель ходит. Ну-ка. Крендель. Уч! Давай, прыгай куда-нибудь. Сейчас прыгнет прям... Блин, и вот как мне, чё, как мне посмотреть, что у меня в руках? Никак не посмотришь. Перчатку хоть полезу. Надо её прокачать, кстати. Чё-то я тупанул. Недостаточно магии. Давай еще раз. Стреляй давай. Стреляй давай. Магия медленно восстанавливается, надо с этим надо что-то делать. Окей, завалили. Так, теперь надо туда перепрыгнуть. Блин, я что-то боюсь оттуда, страшно, страшно, аж жуть. Жутяха. Окей. Древние скрижали. Так, а как же мне туда допрыгнуть-то, а? Вот, вы видели? Вы это видели все. Я-то точно видел. Осколок устойчивости, как видел. База. Нет, это не то заклинание. О, то, что... Сволочуга такая. Еще где-то один есть. Вот. Вот с таким вот характерным... Открываются сундуки рогровские. Посох высокомерия. Ну, посохи требуют ловкости. Ловкости качать не буду, поэтому и посохами пользоваться тоже. Но показать муфсет в
вполне себе могу. Ну, как-то так. Ну-ка, сразу бегу. Угу, быстрый. Ну, в принципе, может, неплохое оружие, конечно, но я ловкачом не играл никогда. Может быть, задумаю в следующий раз ловкачом сыграть даже. Не уверен. Вот туда можно перепрыгнуть. Только это ничего не даст. Там нет ничего. Пусто-пусто. Кстати, оно может не пусто. Ну-ка, где у нас компас? Ну, компас не звенит. Значит, пусто все-таки. И обратно можно, наверное. И, может, и нет. Эйч! Можно. Ладно. Верный послушник, хорошо. Good, very good. Так, все, тут. Тут что-то еще вроде было. А, ну там вот дверь есть, но она не с этой стороны открывается. К сизелению. Сейчас нам опять тут скакать. Мне опять тут скакать придется. Еще раз скажешь нам, получишь по башке, бля. Спокойно. Спокойно. Главное не перелететь. Или не долететь. В общем, прыгать надо в аккурат. Не, блядь! Ну ёп! Беда, беда. В огороде ли беда? Много там душ? 4900. Нормально так, блин. Что я, блин... Ой, господи, как меня это напрягает. Кто бы знал. Может, туда он лучше скакануть? Да, вот так, наверное, правда лучше. Чего я так раньше не делал? Так. Ну... Модификатор у нас слабоватый совсем, поэтому можно даже прокачаться. Осколок соединений, не то, с очком заклинания, хорошо. Ну-ка, хватает, замечательно. Ага, вера. Ладно, пусть будет вера. Я, конечно, не смогу сейчас добавить очко. Пофиг. Ништяк. Так, вот, собственно, таранчик-тарзанчик. Не хулигань. Животное. Да, такая креветка. В натуре, если нападет, мало не покажется. Или вообще ничего не покажется, потому что не успеет. Она умеет вот так делать. Прыгать. Она умеет вот так делать, да, кстати. Как это сказать-то? Задний удар. Бэкшот. О. Что она умеет вот так делать? Ну, я увернулся. Сейчас. Давай. Не-не-не-не-не-не. Никто. Ну, она умеет вот так делать. Блин, опять поджег меня. Стервец. Ой, хватит с тобой кочевряжец, короче. Че нахер? Да я сейчас тут выпендриваюсь. Так, тут есть еще монстр. Во! Сразу как. Магия, насколько быстрее магия стала восстанавливаться.
бы вот со стаминой разобраться. Да! Козлина. Оу! Блин, у тебя парень заблудился. Скотобаза. Хорошо. Снежок такой приятный. Сундучок такой аккуратный. Рычит. И мудрость, мудрость, размахнись-ка. И доспех такой приятный. Да, приятный же. 2,5 килограмма. Очень. А, это остатки, что ли? У них, правда, да, приятный. Короче, сет. Сет мудрого. Сет мудрости. Ну, я не знаю, в каком месте здесь мудрость, конечно. Ну, ладно. Спорить, что ли, буду. Сойдет. Будем считать, что мы стали мудрей в этом доспехе. Здорово, чувак. Как жизнь молодая? Не скучаете тут? Блин. Блин. Так. Собачки, 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 собачки. В очередь, сукины дети. Да бей, что ли ты. Ах ты, падла. Если ты их не ваншотишь, короче, за одну комбу, то непросто. Потому что они станут, они не дают ударить, они прыгают по кругу. И вообще как угодно. Я потратил столетие, чтобы его создать. Роберы же отняли его у меня за несколько минут. Кристалл путешествий. Мое утраченное сокровище. Он стал настолько силен, куда же захотят попасть Рогар? И куда они попадут на самом деле? А, так они с помощью этого кристалла в наш мир проникли, оказывается. Ну вот так вот. Когда проходишь в 28-й раз, грубо говоря, начинаешь вчитываться в сообщения. То есть рогеры нашли кристалл, который кем-то был создан, и с помощью него попали в наш мир. А теперь этот кристалл просит у нас кузнец для какой-то непонятной нужды. Сердце. Сердце тирана. Вон оно. Левее правее костра. Поступим так. Бумчик. Че, не долетел? Да ладно. Ладно, хрен с тобой, я пока сундучок облутаю. Грифон. Грифон доспех хороший, и он очень красивый. Мне его еще пока не дали. Только это самое, только обвеску, так сказать. Блин. Он сагрился с... Нет, 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 не туда, туда тебе не надо, парень.
там дядька плохой ходит. Ну, я, конечно, хотел бы показать, может, кто не знает, что вот эти вот... Ты чё? Одичал? То есть, если вот его... Убить просто. Ну, убить как убить. Довести его жизнь до нуля. То он начнет. Сейчас покажу. Вот. Все, он начнет лечиться. Причем это лечение, вот, он питает от этого сердца. Если к нему подойти, то он будет сбивать с ног еще своим лечением. Вообще очень... Бляха, мать. Очень серьезный противник на самом деле. Если его не ваншотить, если камера будет себя адекватно вести, тогда я тоже не умру. Но я как-то его раньше не так убивал. То есть я его убивал быстро. И он не успевал мне показать, на что он способен. Ладно, где он вообще? Эй, парень. Он делся. Эк, вот он. Нарисовался, крендель. На тебе по башке. По башкенции. Я его раньше как-то быстрее намного убивал. Что-то есть у бегемота. Сил, что ли, у меня больше было на тот момент. Ну, может быть. Не знаю. Тут, если проходить без фарма совсем, то немножко не хватает характеристик. Хочется чуть-чуть поднять все на единичку, на две, поэтому иногда есть смысл даже чуть-чуть пофармить. Что, в общем-то, не возбраняется, правильно? На пару, на тройку уровней добавить, и тогда будет комфортно. Уже. А вот так вот, если проходить, как я сейчас прохожу, то чуть-чуть не хватает. Это прям чувствуется. То есть урона не хватает, выносливости не хватает, магии. Ну, в общем, всего не хватает. Возможно, это так и задумано, чтобы, ну, игроки подольше наслаждались сим шедевром. Я прям... Ну, могу сказать, что это шедевр, да, теперь. Хотя в начале игры, как только вот начал играть, она мне показалась жутко неадекватно какой-то сложной, несложной. Ну, то есть я тупо лупил по щитам вот по этим, да, которые не пробиваются. Они не пробиваются. И я думаю, и чё? Как их убивать-то? Такое, знаешь... Тупенький такой вопросец. Глупышка такая. Ну, допер. Ну, не все, правда. Сам допер, кое-что подсмотрел. Не важно. Не важно, как я это понял. Важно, что понял. Вот, например. И все. Ваншот. Одной комбой. Возможно, с кренделем с ним тоже так прокатит. Сейчас попробуем. Нет, не прокатило. А-а-а, стамину не снесли. Зато прокатит. Вот, нет, не прокатило. Блин, они жирные тут. О, видал, что делает? То есть он пол хп почти снес мне. Не-е-е, парень, смотри, а. Смотри, а. Блин, он меня сейчас может завалить прям вот на ура. Камера. Почему ты такая самага?
Солнечная. Да, блин! Я не хочу рисковать, потому что далеко до костра. Я его не прошибаю. К сожалению. Следующий уровень тарана его будет ронять на землю. И вот тогда уже поговорим. Правда, следующий уровень 21. 21 веру будет требовать. Но это ничего. Тут тоже сложный участок достаточно. Я даже не знаю, что придумать. Надо, наверное, его выманить. Сказал выманить. Ну что такое, блин? Ну вон, я его вижу, блин, выманил. Называется. Так, теперь сделать вот так и валить. Сука. Уж сердце его вот здесь. Так. Кроме того, тут еще один есть. Не знаю, он сейчас вылезет или нет, но он там есть. С одним-то можно еще справиться. Сука. Да как-то вот не шиб. Блин, здоровья нет, офигеть. Я сваливаем нахер. Да. Еще одно такое попадание, и я труп. Блин, вот и второй вылез, да ёлки! Паника. Паника, паника, паника. Ну вот, да, это уже лог. Это уже не я. Блин, зараза. Лог и стамина. Куда побежал? Бегают, конечно. Главное, ну, особенно от... От меня. Со скоростью звука просто. Все, и такие встали, как ни в чем не бывало. Нормально. Все ништяк, да? Ты сдохни. А где еще-то один? Взять. Так, идите в задницу. Yes. Я добежал до контрольной точки. Это хорошо. Так. Надо выносливость качать, наверное. Или... Нет, выносливость по-любому. Да... Ну вот опять не хватает мне. Следующего босса надо быстро убить, чтобы дали приз. Мне этот приз, в принципе, нафиг не нужен, но... Ну не помешал бы. Ладно, фиг с ничем. Теперь хотя бы здоровье есть. Кстати говоря... Ну ладно. Расчистим дорогу, раз уж начали. Смотри, не ваншотит даже так. Это вообще не есть хорошо. И не пить. Сейчас, там... А, или я туда не ходил, погоди-ка. Или ходил, или не ходил. В чем вопрос? Здесь потому что есть секретик. А, все, я того убил, да? Да, тут есть, во-первых, сундучок, который заперт.
твою мать, да? Во-вторых, есть секретик, который открывается вот так вот. И вот так вот. И вот здесь вот, точнее говоря. Вот. И тут есть сундучочек. В сундучочке хитрец. Легкий доспех. Ну, хитрец-то, конечно, это хорошо. У него неплохие показатели от стихий, особенно от яда. Но слабые показатели от физзащиты. Ну как слабые? 15, у мудрости 20. Ну, пустая ячейка, вот правда, есть. Зря я доспехи-то не прокачал, да? Да. Определенно зря. Будет сложно биться со следующим боссом без хороших доспехов. А здесь, насколько я помню, наковальни нет. Ну, она есть, только не прямо здесь. А, или даже нет. Я гоню. Наковальню еще нельзя использовать. Надо сначала кристалл отработать. Так. Сейчас я думаю, что делать. Как лучше поступить. А, ну, во-первых, надо вон туда сходить. Так, почему тут сундук-то закрыл? Что-то я не Хиферштейн. Блин! Это, конечно, тоже напрягает жутко. Отравил, нет, да? Камера! Твою камеру. Твою сокамеру. Короче, меня отравили, понятно. Всего. Опять. Древний документ, о котором пишется, пожалуй, самое смелое из изобретений рога. Больше миллиона владык, нечетное число конечностей, обезображенная плоть, сросшаяся воедино с оружием. И что-то еще там говорилось об иммунитете или способности к исцелению. Это вот про следующего босса как раз он пишет. То есть, да, он будет... Ну хоть я этого убил, не напрягаясь. То хорошо. Грифон нагрудник, осколок к яду и призракам. Ну, если может кто не знает, призрак это... служит для того, чтобы возвращать души. То есть, если, например, где-то убило меня, я использую, чтобы туда не бежать, а души забрать. Ну, души, очки показатель. Можно просто заюзать этот осколок, и души вернутся телепортическим образом. Ладно. 5 банок. Мало. Пофармить чуть-чуть еще, блин, конечно. Блин, зря я его убил. Надо было, чтобы он меня убил. Опять я неправильно сделал. Ну... я, конечно, попробую, но, по-моему, меня завалят.
Ну или грифон надеть. Грифон, в принципе, не такой уж и тяжелый. 81 защита, а вот 57. Не, ну, это получше, конечно. Ну, ячеек много. В принципе, нормально. Во, грифон, смотри. Клево же выглядит, нет? Я б даже на работу в таких пошел. Пусть боятся. Ладно. Разящий из-под тишка. Урон 79. Гни. Урон 51. Давай-ка я вот так вот сделаю, попробую. А еще я сделаю вот так, возможно. У меня здоровья не хватит, 5 фляжек маловато. Ладно, идем. Может, хватит вообще. Ну, колдун. Переросток. Или недоросток, наоборот. Недомерок. Наколдовал. Вот что хорошо, можно оружие менять во время боя. Это весьма неплохо. То есть ты понимаешь, что оружие взял не то. ...25. Да вы издеваетесь. Я его... Как его убивать-то? Ну что, вот это получше будет. Не, я его, конечно, не знаю даже. С таким уроном. ...14, 28. А меньше сколько? Дамажет? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что? Я что-то не видел эту атаку раньше. Ай, нет, 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 ну все, я покойник. Да. Может быть. Нет. Скотина. Лазутчик. Ай-яй-яй. Как ты сюда пролез, лазутчик? Скажи мне. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, вообще, я для этого боя, так сказать, не перекачан. Что не может не радовать. Или наоборот.
Не может не печалиться. Оружие помощнее бы хотелось, конечно. Потому что таким оружием его за установленное время не убить. Тут дают приз, ну то есть он дропает, что-то там дропает, я не помню. Если его убить менее чем за 5 минут, по-моему. С таким оружием, я не знаю, это, наверное, не получится. Ну так-то, в общем-то, не то чтобы не сложный, пока не сложный. Сейчас он начнет лечиться. Да. Станет еще с... Вот, начал. Да, еще и станет собака. Пал переросток. Побежал учиться. Пять минут я его вряд ли, конечно, одолею. Ладно, что гадать? Надо воевать. Тут бы еще выжить бы. Еще и не выживешь нифига. Вот так слепиться особенно, как я сейчас. Точно не выживешь. Ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей. Да, вот эти удары, конечно, у него. Не-не-не-не-не. Блин! Что со здоровьем-то? Блин, его добивать надо. Причем срочно. Здоровья-то нет. Ну давай. Есть. Все. Ну, может, и уложился. Уложиться-то уложился, но тут есть одна фигня. То есть секретик после этой битвы. Блин. И мне бы очень хотелось его получить. Вот только как это сделать теперь, я не знаю, без здоровья. Здесь где-то должна быть собака. По-моему, туда пока не надо идти. Может, и надо. Блин, я очень хочу получить тот предмет. Он прям реально крут. Блин, как же это сделать-то, а? А где эта собака вообще? Тут где-то есть пес. Или он на НГ плюс только появляется. Так, ну ладно. Посмотреть, во-первых, Глефа, Урос. Урос, а, да, уложились. Вот с него падает Глефа, вот это. А, ну да, она, наверное, слишком тяжелая для нас. Для меня. В одноручном хвате. А, она, в принципе, тяжелая в одноручном хвате. Да, я ей повоюю чуть попозже. Глефа, это прямо такие... Хорошо. Так, но меня сейчас заботит не это. Меня заботит собачка. Собачка. Эм...
Собачка, выходи из сучка. Собачка, блять. Подожди, я что-то... Я что-то не Ферштейн вообще. А, вот сюда? Сюда надо идти, что ли? Ладно, раз уж я сюда пришел, надо пойти резнуть фляжки. Может быть, это собачка на НГ плюс только появляется, конечно, я точно не знаю. Но если так, то это плохо, чё. Собачка. Ты где? Собачка-кусачка. Ого, надо признать, это впечатляет. Годы тренировки. Ага, и разобраться с этим парнем для тебя пара пустяков. Я бы справился. Ага, и все трофеи достаются победителям. Возьму это в качестве сувенира. Что ты собираешься делать с каменными табличками? У тебя их и так слишком много. Давай, помогу. Да на, держи. С тобой приятно иметь дело. Пока. Береги змей. И она дала... Осколки всякие разные. Хорошо. Крок. Крок. Крок, not kick. Give me a good reason. Here come reward. Me. You. A reward for what? Go on. Крек. Крек, нести череп. Крэк, человек, череп. Рухак, благодарить. Ну, зачем тебе череп? Делать зелье. Боль, урык больше нет. Крах, давать крак, щит. Хракур, заклинание на щит. Хрух. Окей. Будет сделано. В общем, ему надо отдать вот эту дрянь, которых у нас 5, человеческий череп. А надо, по-моему, ну, больше, короче, надо, чем 5. Я точно не знаю, сколько. Крак, крак, с толку меня сбил. Куда идти-то? Так, во-первых, вот это надо открыть. Я собачку ищу. Дайте мне собачку. А, нет, это не сюда. Так, ну-ка, подожди, я все-таки за угол загляну. Одним глазком. Ну нет, там уже, я там уже был. Блин, куда же идти-то? Надо вообще идти оттуда, откуда я пришел. Вроде бы. Вроде бы так. Вроде бы так. А пришел я отсюда. Блин. Затык, конечно. Так, пришел я. Пришел я вот оттуда, так или не так? Все еще заперто.
Сейчас. Нет, по-моему, не так. Все-таки. Может быть, я что-то не сделал. Какие-то условия не выполнил. Да, эти уровни ни хрен разобьешь. Портал чуть попозже. Блин, ну где же собачка, а? Ладно, пойдем в эту сторону сходим. Тут, правда, монстрива присутствует. Вроде бы. Урон всего, нифига себе. Наша победила ихних. Так, сюда мы пока не, нас сюда не пустят, меня не пустят. Яйца обрезал. Такое ощущение. Такая анимация, как будто кастрировал к ядреням. Ну нету собачки, что могу сказать. И где она, я не это. Не вкуриваю. Может, она правда на НГ плюс тут появляется? А, так она не на этой арене появляется. Я балбес. Она, по-моему, на второй, вон, на той. Так, это, короче, что-то вы сбежали, трусы. Тебе нельзя здесь оставаться. Подумаю, что можно сделать. Короче, они хотят спрятаться. Не ной только. Они хотят спрятаться, для этого надо расчистить западное крыло для них. Ну окей. Так, ладно, где наш рубящий? Только не ноя. Собачка, по-моему, вот на этой арене появляется. Я пропутал. Блин, это может сагриться ведь.
смотри, а. Не хватает урона. А, или вон она. Точно, вот она, да. Вот она. Она сейчас убежит. Ее нельзя здесь убить. Во-во-во, почесала. И так быстро, главное, что ты даже не успеваешь понять, куда именно. А почесала она... Так, надо вылечиться чем-нибудь. Чем-нибудь вот таким, например. Ну, потому что одна фляжка, а там сейчас бой предстоит. Такой... Ну, не сказать, чтобы сложный, но... Ладно, хоть чуть-чуть так вот. Хотя тут, в принципе, можно резнуться, видите, что я... Блин, я не буду рисковать. Там очень неплохое колечко лежит. Которое я хочу получить. Да, и тут вот такая засада, короче. Небольшая. Эту засаду надо... Да. Вот того осталось за заколебать и все. Сука. Готов. Все. Вот. Нам дали твердыню. Доспехи, прям это, ну, в смысле, доспехи. Амулет. Амулет, который носили воины Медузы, прославившись своим искусством обращения живой материи в камень. Они делали свою кожу прочнее, получая таким образом дополнительную защиту. Ну, понятно, да? То есть, дополнительная защита. Я точно не знаю, сколько она дает. Но я точно знаю, что она помогает. Потому что... Ну, потому что помогает. То есть, надеваешь средний доспех, плюс это колечко на босса. И все становится более-менее сносно. Ладно. Нафармили мы тут уже неплохо. Так, значит, что нам надо? Мне надо таран. Ну и сотрясатель уже, наверное, пора. Бы. Для тарана надо веру. Значит, одно очко у нас пойдет на веру. Таран. И сотрясатель появился. Отлично. А, так. Сотрясатель, наверное, тоже надо. Может быть, не прямо сейчас, но надо. Так. Стоп. Таран на таран надо 15. Хорошо. Ну и силу, наверное, или выносливость. Ладно, пусть будет сила. Ну, вот так вот. Я не засек, сколько я уже времени записываю. По времени. Времени по времени записываю. Возможно, уже пора серию закончить. Не засек, бывает, да? Сейчас посмотрим, что тут у нас страшного. О, ну, ладно, с этим-то, наверное, справимся. Справлюсь. Твою мать.
что не справлюсь. Не, справлюсь. Не, ну вы видели урона, сколько от тарана? Ну это же имба, да? 240. Это очень хорошо. Кроме того, он еще и на землю роняет. У меня меч столько не дамажит, сколько таран. 360. Ну это же прям мняка. Куда ты там побежал? Господи. Два удара на этих мобов. Воитель их с одного, по-моему, убивал. Ладно, наверное, вот здесь серию закончить, что ли, или не закончить. Да, наверное, закончу. И начнем уже отсюда. Пока.